Мы приветствуем вас всех на футболе. Георгий Черданцев, Константин Генич вместе с вами. А играть-то будет непросто. Посмотрите, какие погодные условия неподходящие. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Схема 5-4-1, но это не значит, что команда собирается играть исключительно в обороне. Смотрим состав Ростова. Учитывая выбранную тактику, команда не готова бросить все силы в атаку. 4-5-1. Сегодняшнюю игру судит бригада арбитра Алексея Бараховского. Первый удар по мячу, и игра началась. Дмитрий Полос. Тут может что-то получиться. Александр Гацкан. Теперь в атаке соперник Борис Ротенберг. Александр Гацкан. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Тимофей Калачев. Павел Могилевец. Мяч от голкипера влетает в ворота. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы очень технично и качественно. Футболист и голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Счет матча уже открыт. Мы увидели быстрый гол. 14-я минута. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Борис Ротенберг. Какая у него координация. Посмотрите, как он сейчас устоял на ногах. Непонятно вообще. Тимофей Калачев. Перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Бьет он по воротам. И мяч оказывается у голкипера. Обратный пас очень быстро сыграл. Отличный навес. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Блестяще он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Остановка в игре, мяч попал в руку. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали!
у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Александр Гацка. Заброс вперед. Голкипер забирает мяч. И пас обратно. Скучновато. Теперь в атаке соперник. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Забивать надо! Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд, ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Сесар Навас. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Павел Яковлев. Прекрасный навес! Мяч уходит на угловую. Бьет он головой. Но это какой-то совсем нелепый промах. Давай спишем на волнение и побыстрее забудем об этом эпизоде. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Защитник подальше, от ворот выносит. Дмитрий Полоц. Игра закончена.
Павел Могилевец. Мяч от голкипера влетает в ворота.